нашел свой вечный дом и покой, глава большого семейства, отец трех дочерей, двух сыновей, дедушка многочисленных внуков и правнуков, любящий муж, образцовый семьянин, видный общественный деятель, славный сын рода Толмасовых, Каньон Толмасов. И сегодня все мы пришли сюда на вечер памяти 11 месяцев, чтобы своим присутствием еще раз отдать дань уважения памяти этой удивительно яркой и ординарной личности. Мы пришли сюда также сказать, что хоть прошло 11 месяцев, но до сих пор боль утраты не угасает. Я обращаюсь к Анатолию Лакавам, сыну Юры, который, жене Явке, Миху и дочерям, что смерть вашего отца, вашего брата, была не только большой трагедией для Авлады Толмасовых, но это большая и невосполнимая утрата для всей бухарской еврейской общины. Смерть Ханиэла Толмасова потрясла всех нас. Невольно, когда уходят такие люди из жизни, щемит сердце болью. И вот прочитал большой некролог семьи Ханиэла Толмасова. Я прочитал дважды. Очень здорово написано, очень глубоко содержательное. Каждое слово – это и гордость, выражение гордости семьи, и любви, и горечи, и протеста. И о том, что как больно без отца, без мужа. И действительно, когда уходят такие люди, я и вольно говорят, прожил, отпущен Богом, год 70 лет. Нет, родители для детей не имеют возраста. Точно так же, как и дети для родителей. Вот я сейчас стою, и перед моими глазами большая сцена оперного театра Самаркандской, города Самарканда. Это заключительный вечер столетию Михаила Джурабаевича Толмасова. Зал полный народу, люди разных национальностей. И вот на сцену выходят братья Толмасовых, все одеты в белых костюмах. Один красивее другого. Это просто зал, когда увидел, открыл занавес, просто как будто зачарованный. И рядом с ними был на подмогу Авром Толмасов. Весь вечер зал в одном дыхании слушал талант сыновей Михаила Джурабаевича Толмасова. Эти люди действительно вошли в историю бухарских евреев яркой, неординарной личности. Благодаря Михаилу Толмасову и Гавриилу Лакандову в 1935 году в Москве, в Кремлевском зале, народы СССР узнали о том, что есть такая этническая группа бухарских евреев. Это благодаря вашему отцу, Натаниэлю Лакандову. Ваш отец – это первый бухарский еврей, который в течение 10 лет был депутатом Верховного Совета Узбекистана. Ваш отец был гордостью не только вашей семьи, не только гордостью Авлада, он был гордостью всех бухарских евреев. И очень было приятно общаться не только с ним, но и с его детьми. Замечательно, один лучше другого. Они отличные все семьянины. И вот сегодня, конечно, тяжело говорить,